сначала немножко об этих зданиях. Мраморный дворец и служебный корпус строятся примерно в одно время, 60-е и 80-е годы 18 века, по распоряжению Екатерины II. Мраморный дворец строит Антонио Ринальди, служебный корпус Петр Егоров. Строятся они для фаворита Екатерины II, Григория Орлова, который не дожил до окончания строительства. И эти здания были выкуплены в казну и уже принадлежали великим князьям. Последним владельцем мраморного дворца был Константин Константинович, известный поэт Серебряного века, который писал под псевдонимом К.Р. Как у всякого поэта, у него тоже, конечно же, были музы. Одна из них была его жена Елизавета Маврикиевна, но не очень долго, вот период, пока он был неоткратно влюблён. Еще такое некоторое время его музой была Елизавета Федоровна, великая княгиня, родная сестра последней русской императрицы Александры Федоровны, такой нравственный ориентир этого времени в русском обществе. Когда Константин